Рига принимала хоры со всех уголков земного шара. 27 тысяч участников из 73 стран мира, среди которых только Россию, представляли 46 хоровых коллективов, в том числе детский хор «Импровизация» во главе с руководителем Светланой Кузиной. Коллектив получил право принять участие в Олимпиаде благодаря своей победе на международном хоровом фестивале «Канта-Альмар» в 2012 году в Барселоне. В Риге детский хор выступал в категории «Духовная музыка акапелла», то есть без музыкального сопровождения. Эта категория считается одной из самых сложных на Олимпиаде. Сложно очень петь церковно-славянские тексты, потому что такие тексты требуют специальной расшифровки, как и любой иностранный текст, и проникновение в суть пения. Второе. Мне кажется, очень сложно в темповом отношении. Как передать вот это размеренное церковное звучание? Мне очень сложно приходилось. Я играла на фортепиано каждый день, а в последние дни и утром, и вечером. Все было очень сложно. Конкурс – это, конечно, соревнование. Оно, ну вот, наверное, каждый знает, что такое конкурсные ощущения, как дрожат коленки, как потеют ладони. Но мы справились, я думаю, это хороший результат. Для исполнения на конкурсе были выбраны лучшие произведения русской духовной музыки. Ведь русская духовная музыка – это удивительный источник мудрости и красоты. Это наша отечественная культура и история России. Русская музыка, вообще русская музыкальная культура очень тесно связана с многовековыми певческими традициями православной церкви. И церковное пение издавна люди любили на Руси. Участники хора «Импровизация» исполнили произведения Кастальского, Бортнянского, Файнера. Но кульминацией их выступления стала стихира XVI века, спетая пятым глазом болгарского распева. Дети сами сказали, вот когда мы первый раз взяли партитуру, что от этого произведения идет невероятный свет. Вы знаете, оно такое трогательное, потому что оно повествует как раз о том, как Иосиф рыдает над телом умершего учителя, и все это сопровождается землетрясением, солнечным затмением. Тексты очень сильные. И, конечно, дети постарались передать вот это все в своем пении. Старания ребят увенчались успехом, и коллектив был награжден серебряной медалью Всемирной хоровой олимпиады. Такое яркое событие свершилось впервые в культурной жизни Брянского края. Спасибо большое Николаю Васильевичу Денину, что он помог организовать вот эту поездку нам туда. Она была для нас совершенно бесплатной. Огромное спасибо Николаю Петровичу Дашунину, который смог тоже помочь нам материально, поддерживал нас все время. На протяжении вот сколько мы работаем, мы всегда чувствуем помощь Володарской нашей администрации. А также большое спасибо предпринимателям Володарского советского района за то, что они нам так помогли. Но останавливаться на достигнутом коллектив не намерен. Впереди еще множество конкурсов и фестивалей, а высокие награды показывают недюжинный творческий потенциал ребят. А в планах руководителя коллектива Светланы Кузиной – собрать постоянный детский церковный хор. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов, «События Брянск».